Это не лекарство. Этот БАД действительно помог повысить мой энергетический потенциал. Итак, у меня улучшилась жизнь, улучшилась либидо, у меня стала лучше сексуальная жизнь, должен признать. Конечно, это может быть связано с тем, что я влюблен, что тоже влияет. Мне теперь легче дышать. У меня астма легкой формы из-за аллергии на цветение. И в этом году она практически отсутствовала. Я живу в городе Берн, Швейцария. И я очень рад, что нам удалось связаться, потому что мне хочется рассказать об очень положительном действии вашего продукта на мой организм, замечательном, на мой взгляд. Отлично, я готов слушать. Итак, как же я узнала о синтезите? Я подписан на сайт Расмина Шахи. Да, я знаю его. Я был на одном из его тренингов, где он представлял синтезит швейцарского производства. Я видел его и раньше на его сайте и решил, что я должен его попробовать. Я был поражен. В баночке было 20 капсул, довольно дорогой продукт, 40 или 50 евро, точно не помню. И я подумал, что это должен быть действительно хороший препарат, и я начал его принимать. 20 капсул на 20 дней. На 20-й день приема я почувствовал улучшение, и я заказал еще 3 баночки, которые я также пропил курсом по 20 дней. И одну баночку я дал своей маме. Ей 83 года, живет в Швеции. Она сделала прививку вакциной Pfizer. Еще у нее анемия, дефицит железа. Поэтому я подарил ей баночку, чтобы она попробовала. Через 10 дней она сразу же заказала еще 3. Она говорит, что стала намного лучше себя чувствовать. У нее прибавилось энергии, да и вообще с синтезитом жить ей стало намного лучше. Ей 83 года, и 20 лет назад ей делали операцию по удалению опухоли головного мозга. С тех пор у нее, как бы это сказать, иногда были проблемы с координацией и балансом. И упасть ее в возрасте, потеряв равновесие, это совсем беда. Синтезит дает ей прилив энергии и заряжает лучшим качеством жизни. Теперь, что касается меня. Я пропил 3 курса приема. Должен признать, что у меня сейчас новые отношения, и быть влюбленным, быть с кем-то, кого ты действительно любишь, всем сердцем, это действительно прекрасное чувство. Поэтому часть моего в разы лучшего самочувствия я бы отнес и к этому факту тоже. Но я могу точно сказать, что с приемом синтезита у меня теперь в целом намного больше энергии на весь день. Я работаю телеоператором на швейцарском телевидении, и нам приходится много двигаться, носить камеру, тяжелое оборудование весом в 20-30 килограмм, и это довольно-таки стрессовая и напряженная работа. Прошу прощения. Поэтому я могу точно сказать, что этот препарат, точнее БАД, так как это не лекарство, действительно помог повысить мой энергетический потенциал. Итак, у меня улучшилась жизнь, улучшилась либидо, у меня стала лучше сексуальная жизнь, должен признать. Конечно, это может быть связано с тем, что я влюблен, что тоже влияет. Мне теперь легче дышать. У меня астма легкой формы из-за аллергии на цветение. И в этом году она практически отсутствовала. Она прошла. Хочу акцентировать внимание на этом, что раньше, да, у меня была аллергия на цветение, что вызывало легкую форму астмы, однако в этом году этого не было. Бьорн, вы хотите сказать, что у вас прошла астма, насколько я понял? Я бы не сказал, что она прошла. Например, когда я поднимаюсь по лестнице, по ступенькам с кем-то, я не могу говорить и дышать одновременно. Все по очереди. Но точно могу сказать, что с синтезитом у меня значительно меньше проблем с этим.
I have significantly less problem doing that. Здорово, здорово. Я не принимаю никаких лекарств, не пользуюсь ингалятором, и у меня не бывает этих приступов астмы с паническими атаками и так далее. Она проходит довольно гладко. Это просто связано с аллергией на пыльцу в это время года. Да, бывали трудности с дыханием, но я ничего специально не принимал. Но вот с синтезитом я прямо ощутил, как все поменялось. Это было весной. Отлично. И когда вы впервые почувствовали действие синтезита? Во-первых, я бы вряд ли заказал второй раз, если бы я не почувствовал улучшения с первого приема, с первой упаковки. Поэтому да, я почувствовал улучшение уже с первой баночки. Я доверился продукту и сказал себе, что сейчас я плачу наперед, хочу и дальше его принимать. 3 месяца, мне кажется, это именно тот срок, что необходим, чтобы почувствовать действительно какие-то весомые изменения. Если бы меня кто-то спросил по приему, я бы порекомендовал, не знаю точно, как вы рекомендуете принимать, одна доза, одна баночка, 10 дней приема, и затем следующая баночка на 10 дней приема и так далее. Идеальный вариант для меня. Это я точно могу сказать. Конечно, после того, как вы закончили принимать одну баночку, вы можете начать вторую. Отлично, буду знать. На самом деле я принимал интуитивно. Расмин, кстати, тоже сказал, что если начинать, то лучше начинать с приема 2 капсул, чтобы сразу активировать процессы в организме. Я вешу 85 килограмм, поэтому не знал точно, рассчитывать мне как 1 капсулу на 60 килограмм, или, может, принимать лучше 1,5 капсулы. 1 день на следующий, еще 1, а потом 2, не знаю. Может, вы посоветуете? Вы можете поэкспериментировать с приемом. Например, принимать в разное время суток. Утром, вечером, перед сном. Но не забывайте, что принимать надо на голодный желудок. Да, однозначно. Я это уже понял. Что еще сказать? Я немного занимаюсь спортом. Не то чтобы я спортсмен. Бьорн? Алло? Мне 57 лет, и не то чтобы я занимаюсь активно спортом, я для этого достаточно ленивый, должен признать. Однако я знаю, что занятия спортом и физическая активность весьма полезны для хорошего самочувствия. Поэтому по утрам у меня обычно отжимания и отжимания от пола со скручиванием. Поэтому даже при офисной работе ты будешь выглядеть подтянутым и в тонусе. Еще я стараюсь ходить как можно больше в течение дня, те же подъемы по лестнице на работе и так далее. Я стараюсь относиться к этому довольно серьезно. Что я действительно почувствовала, это что прием синтезита способствует росту мышечной ткани, и значительно. Да, я такого на самом деле не ожидал. А вы почувствовали, что синтезитом вашим мышцам требуется меньше времени на восстановление? Да, да. Я в восторге. Буду и дальше принимать. Более того, сейчас, в это время ковида, я не вакцинировался по своим личным причинам, и я не намереваюсь этого делать. Поэтому я чувствую, что я должен делать все возможное, чтобы укреплять свой иммунитет. И это мой вклад в мое здоровье. Да, я вас понимаю. А можете сказать, сколько отжиманий вы делаете сейчас с приемом синтезита и сколько было до приема? Обычно я делаю 20-30. Увеличить это число не хотите? Не уверен. Как я уже сказал, я ленивый. И, возможно, я могу делать больше, так как я чувствую, что сейчас мне значительно проще делать эти же 20-30 отжиманий. Да и чувствую я себя лучше. И выгляжу я лучше, как отмечает женская половина на работе. Поэтому я думаю, он помогает.
Да, и вы не один. Синтезит помогает тысячам людей. Он продается по всему миру. Один вопрос интимного характера, касаемо либидо. Не могли бы вы уточнить, что именно улучшилось в этом плане? Сексуальное влечение, частота, длительность? Я бы сказал, что я был весьма удивлен, что число, так скажем, таких встреч увеличилось. У меня прекрасная партнерша, поэтому это довольно просто. Но я все равно был удивлен, потому что раньше это случалось раз в день. И нормально, а теперь я бы сказал, что удвоилось. Хорошо, отлично. Частота увеличилась. Эрекция тоже улучшилась. Да и в общем, секс стал приносить больше удовольствия. В общем, я бы сказал, что теперь я больше удовлетворен своей сексуальной жизнью. Я занимаюсь этим чаще, у меня лучше эрекция, и, естественно, это качество жизни. Я помню, что в своем отзыве вы писали, что у вас оживились органы чувств. Да, они стали более резкие. Я человек духовных практик, я медитирую, и, скажем так, эта связь стала лучше. Да, проще входить в это медитативное состояние. Я стал более сконцентрированным, более расслабленным, спокойным, а значит, я стал меньше нервничать. Стресс, который идет извне, больше не так меня беспокоит, а значит, у меня теперь больше времени наблюдать, давать больше покоя внутреннему миру, и в то же время я стал лучше видеть, слышать, улучшилось обоняние. Поэтому да, органы чувств прям оживились. Также обоняние. Да, значительное улучшение. Возможно, даже все более ощутимо это обоняние. Мне приходится надевать очки, когда я читаю. Это что касается вблизи. Но так как я телеоператор, я отлично вижу вдаль, и на камере есть оптический диоптер. Мне в помощь. Но вот обоняние, да, весомое изменение. Также касается и сознания. Я стал меньше нервничать, я больше в ладу со своим внутренним миром, я спокойнее и я более устойчив к стрессу. Очень заметно. Если в общих словах, то у меня теперь больше энергии, что значит и лучше сексуальная жизнь. Физическая активность, лучший мышечный тонус, мне легче дышать, что делает меня более счастливым и гармоничным человеком. Такое комплексное действие, сложно описать. Да, я отмечаю по отдельности дыхание, обоняние, но их надо рассматривать вместе и целостно. Верно, человек и есть целостное и комплексное создание. Holistic effect, you know. Конечно, однозначно. Бьорн, был рад узнать о ваших результатах, о действии синтезита, что вы почувствовали на своем организме. Это замечательно. Был очень рад с вами познакомиться, будем на связи, и будем ждать и других результатов, например, у вашей мамы, или, может быть, у друзей. У мамы с английским не так, конечно, хорошо, но спасибо. Спасибо, Александр, что связались со мной, за ваш интерес, и буду рад, если синтезит сможет помочь и другим людям сделать их жизнь лучше. Да, мы с вами делаем одно общее дело. Хорошо, супер, спасибо, до свидания. До свидания. Дорогие зрители, спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Уже подписался.